Слышу, сучок. Нажимай. Все? Нажала. Привет всем, мои клёвые. Я вот, короче, выбрался со своим режиссером, со своим съемщиком. Это какого? На съемке. Ну, потому что раньше я сам ходил, снимал. Как-то так, а так у меня... Вот я сосисечку кушаю с кофеечком. Нога такая прикольная у моего режиссера. Режиссер улыбается. Че, как у вас там дела? Что делаете? У меня вообще отлично все. Супер. Кстати, никогда не слушайте мнение других. Пошли, не скажешь себе. Не буду материться. Кстати, спасибо за то, что вы мне ставите комменты. Спасибо, что дизлайки ставите. Плохие и хорошие комменты ставите. Тут комары. Ну на. Комарики. На воздушном шарике. Вы видели, какой хороший костюмчик у моего этого режиссера? Он не покажет. Потому что он вообще с ног шибатель. Сейчас режиссер будет смеяться, потому что я его смешу. Не, погодка вообще классная. Да? Мы с Фоксом тут прогулялись. Зашли за режиссером. Взяли камеру. Может быть, еще сегодня будут съемки там. Не знаю, там. Насмешник, если позвонит мне. Или позвонит, как правильно сказать. А то вы все такие умные, я идиот. Вы лучше знаете, умный я или нет. Вам еще вообще очень виднее. Увидели кофе. Мне режиссер или как оператор, или как так сказать, ну как сказать, как человек, который снимает. Тебе долить надо. А? Долить надо. Не, надо долить? А, не надо долить. Сейчас мы все равно скоро закончим. Mm-hmm. Че, как у тебя? Вынудил, да. Как у тебя настроение? Нам весело вообще. Мы кайфуем. Так, ну ладненько, все, удачи вас, всех люблю. Всем пока. Нажимай.